Вчера мы здесь вот гуляли по, ну, вдоль океана, вот так вот по набережной. Пешком пришли мы из нашего отеля. И, конечно, проходили мимо вот этого бара, который называется «Черепаха». «Тартле», да, так написано. «Тартуга». «Тёртл». Вот, то есть издалека я его видела, но я подумала, это бар. Потому что бар для Кабо-Верде, для любой самой маленькой деревни, это нормально. Там, где пьют пиво. А сегодня муж мне говорит, пойдем сегодня в бар поужинаем. Я говорю, в бар? Что там можно в баре поесть? Он говорит, там все есть. Вот тебе, пожалуйста, картинки, меню. И показал мне. Я посмотрела, да, мне понравилось это место. И вот сейчас приходим сюда. Также пешком прошли от нашего отеля до этой деревни Сан-Педро и до этого бара. И тут оказалось так симпатично. Во-первых, такой интересный антураж, что тут все засыпали ракушками. То есть мы сидим как на ракушечном острове здесь вообще, вот просто кругом одни ракушки. Показал, да? Да. Вот все кругом в ракушках, я среди ракушек сижу. Во-вторых, тут все из ракушек. Вот, например, вот этот парусник для салфеток, вот он из ракушек. Вот эти вот зеркало, которое тоже оформлено ракушками. Это зеркало ракушками оформлено. Следующая такая картинка, она тоже из ракушек. Как будто бы, это как ее, с хвостом-то. Русалка, да. Русалка. Ладно, мне сказала моя подруга сегодня, я ее забыла поздравить вчера с днем рождения. Сказала, в нашем возрасте простительно. Вот. В общем, вот это тоже все из ракушек, все оформлено очень красиво. И мы сидим здесь, нам нравится, антураж нравится. Какая еда будет? Мы заказали спагетти с креветками, и цена что-то совсем не маленькая, я скажу. Вот я спросила, а есть меню? Она говорит, вот меню на доске. Читаем, 12 евро за тарелочку вермишели, да? Пускай там будет даже 5 креветок лежать. Да, причем это не туристическое такое место. Именно, это не туристическое место. Это же не сауна, это же не... Именно сюда не привозят самолетами туристов, да? Ну, их если привозят, то не сюда, не в эту деревню. Их привозят на Сан-Винсенте, да, но не сюда. Вот, и мы сидим здесь одни, здесь никого нет. Ну, вот такая цена. Ага. Муж говорит, ну, мы себе можем это позволить. Вот, он уже бутылку стрелы выпил, говорит, сейчас еще одну возьму, нравится. Я пью сок манговый, ну, такой газированный напиток. Вот, пойдет. Ага, уже нам несут. Так, не буду тогда это мешать. А, тут на самом деле все вот накрывают нам красиво. Скатерть будет. Скатерть-самобранка. Вот. Ладно, сейчас принесут еду, я ее просто сфотографирую, уж не буду видео делать. Но если только что-то невероятное будет, тогда уже да, тогда видео. Всем привет с острова Сан-Винсенте, деревня Сан-Педро.